зима, но на календаре 21 марта. Казань. Смотрите, что делается. Отель Шаляпин. Вот это вот. Задний двор. Жду машину. Сейчас покажу вам эту машину. Сегодня ровно 2 года, как я активно начал заниматься бизнесом под названием FFI. 2 года. В конце марта 2011 года я принял такое решение, что я буду делать этот бизнес. За это время, благодаря тому, что мы имеем хороший продукт, имеем компанию, которая надежно и стабильно обеспечивает нас продуктом и выплачивает деньги, имеем построенную в интернете систему работы под названием ProcTV, кое-что удалось сделать. Ну, например, заполучить дистрибьюторов более чем в 65 странах мира, почти 70. Общая численность составляет моей группы более 60 тысяч человек. Число зарегистрированных аккаунтов, конечно, не все активные, ясно дело, но 62 тысячи человек, это о чем-то говорит. И я думаю, что мы в самом начале. Но показатели, главное, не эти, конечно же. Не эти. Это люди. И их жизнь, как она поменялась. Очень много людей, относительно, хотелось бы гораздо больше, кардинальным образом поменяли свою жизнь. Выбрались из долгов, стали покупать нужные им вещи, ездить в интересующие их места, вести другой образ жизни. Ну, например, один из таких парней, сейчас я вам его, надеюсь, показать. Его зовут Роман. 2 года назад, вот в это время, я позвонил ему сюда, в Казань, из Болгарии. Я рассказал ему об этом бизнесе. У него тогда болела мать. После тяжелой операции на мозге он не мог работать. Ему было 24 года. Он сидел дома, помогал, выхаживал мать, которая у него единственная одна в жизни. И погружался в трясину долгов, которых накопилось несколько десятков тысяч, проценты на проценты, банки, то все, ели консервы, и, как он говорит, он даже не представлял, каков будет день его завтрашний. Страх и ужас. Чтобы начать бизнес, ему потребовалось найти $30, и на это он затратил почти неделю. Я очень удивился, когда он сказал: $30? Я буду искать деньги. И через неделю он мне звонит: я нашел. Я подумал, что у него что-то не так. Это потом я уже узнал, что он был просто в положении, когда уже его вообще никто не хотел давать. Сегодня он другой человек. И вот эти, сейчас я вам его покажу. И вот эти вот изменения в жизнях людей. И есть самое главное и самое ценное. Тысячный раз я заявляю, что я свято верю, что сетевой бизнес – это последняя реальная возможность для людей начать жить по-человечески, помочь очень многим людям вырваться из финансовых оков и познать, каков он, этот мир успешных людей. Сейчас я вам покажу его. Он ко мне подъедет, и я покажу.